Россия скорбит. Смерть настигла Серова в 22 ноября 1911 года. Валентин Александрович Серов скоропостижно скончался. Ольга Серова, старшая из шести детей художника, написала воспоминания об отце. В ее памяти сохранились подробности последних часов жизни Серова. Вечером накануне смерти папа сидел в столовой на маленьком диванчике. Он собирался идти в гости, а за мной должны были зайти знакомые, чтобы идти в кинематограф. Папа сидел молча и вдруг сказал: «Жить скучно, а умирать страшно». Утром на другой день ему, как всегда, няня привела в спальню Наташу, младшую сестру, которой было тогда 3 года. Он любил с ней возиться. Она кувыркалась на кровати, взбиралась ему на ноги, прыгала, смеялась. Но надо было вставать, ехать писать портрет княгини Щербатовой. Папа попросил няню увести Наташу. Они ушли. Папа нагнулся, чтобы взять туфлю, вскрикнул и откинулся на кровать. Няня побежала наверх звать меня. «Скорее, скорее!» Я опрометью спустилась вниз и вошла в комнату. Папа лежал на кровати, вытянувшись на спине. Глаза были раскрыты, выражали испуг, грудь не дышала. Брат был послан за доктором Иваном Ивановичем Трояновским, другом нашей семьи. Иван Иванович сел на кровать и приставил трубку к сердцу. «Все кончено», — сказал он. И, весь согнувшись, подошел к маме.